Анонс и точная дата выхода 91-й серии турецкого сериала «Доверенные». 91-я серия сериала выйдет в эфир 11 января. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Ямана арестовали, и он сказал Сихер, что Юсуф теперь является ее наследием. Несмотря на такое положение, Яман не отчаивается, и он понимает, что должен найти способ, чтобы доказать свою невиновность. Сейчас самой большой поддержкой для него считается именно Сихер. Нервы Зюхаль на пределе, из-за того, что они с Икбель ничего не делают. Только Сихер постоянно находится рядом с Яманом и пытается ему помочь. Зюхаль сказала Сихер, что они с Юсуфом никто для Ямана. Они его семья, а не Сихер. Поэтому ей не стоит лезть в дела, которые ее никак не касаются. Сихер очень переживает за Ямана, но совсем не знает, чем ему помочь. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Ямана арестовали, и он сказал Сихер, что Юсуф теперь является ее наследием. Несмотря на такое положение, Яман не отчаивается, и он понимает, что должен найти способ, чтобы доказать свою невиновность. Сейчас самой большой поддержкой для него считается именно Сихер. Нервы Зюхаль на пределе, из-за того, что они с Икбель ничего не делают. Только Сихер постоянно находится рядом с Яманом и пытается ему помочь. Зюхаль сказала Сихер, что они с Юсуфом никто для Ямана. Они его семья, а не Сихер. Поэтому ей не стоит лезть в дела, которые ее никак не касаются. Сихер очень переживает за Ямана, но совсем не знает, чем ему помочь. Напомним, 91-я серия сериала выйдет в эфир 11 января. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых турецких сериалах. Спасибо за подписку и лайки.